Всем привет и доброго времени суток. Сегодня у меня на обзоре балансир Lucky John Baltic. Довольно интересная модель, отличающаяся от других приманок своей формой тела. Я видел приманку в трех размерах, это 40, 50 и 60 мм. У меня младшая вариация. Что касается лакокрасочного покрытия, то оно традиционно для Lucky John очень качественное, но вот здесь вот в местах стыка с хвостиком лак немного потекший. На хвостике можно увидеть надпись Lucky John, говорящую о том, что мы держим в руках оригинальную приманку. Крючки качественные. На мой взгляд, Lucky John на свои балансиры ставит носовые и хвостовые крючки излишних немножечко размеров, но именно на Балтике они смотрятся очень уместно за счет, опять же, формы тела. Балансир я приобретал без тройника, тройник докупался отдельно. Вот эта вот застежечка мне очень нравится, даже больше, чем подобные, такие как стоят на балансирах Rapala. Хоть они и больших размеров, зато они очень удобные. Вот отсюда тройник, допустим, снять сложно. Основной особенностью, отличающей данный балансир от других приманок подобного класса, является, конечно же, форма тела. Мы видим, что у Балтика сбитое, довольно массивное тело. Это форма тела Shed. И балансир при соизмеримых размерах с другими балансирами классической формы имеет примерно в два раза больший вес. Что это нам дает? Это нам дает возможность компактной приманкой облавливать глубокие точки и те точки, где присутствует довольно сильное течение. Иногда случаются моменты бесклевья и апатии хищника, когда он игнорирует крупные и средние приманки. При этом снасти у рыболова могут быть довольно тяжелые. А вот такой вот миниатюрный балансир способен работать даже с удилищем, предназначенным для работы со средними приманками. Кроме того, иногда мы ловим на балансир большего размера, и поклевки на него прекращаются. То есть, допустим, происходит сход, либо же стайка рыбы начинает игнорировать приманку. В таком случае уменьшение размера приманки, опять же, приводит к успеху и к положительному результату. В подвешенном состоянии балансир занимает строго горизонтальное положение. Отлично он справляется с восьмеркой, то есть в крайних точках хорошо доворачивается. Проблем с игрой никаких нет. Можно использовать его и в качестве основного балансира, но я признаюсь честно, что подавляющее большинство времени ловлю на балансиры классических форм, но иметь вот такой вот балансир, а лучше пару в разных размерах в своем арсенале, определенно стоит для того, чтобы не быть зависимым от условий ловли. И если все же нужно обловить ту самую глубину, то такой вот компактный балансир у вас в рыболовном ящичке был. Кроме того, он довольно хорошо работает. И, допустим, вот в такой вот окраске Балтик очень сильно похож на окунька. И заключается это не только лишь в цвете тела в этих полосках, но и в форме тела. Потому что вот такая вот форма, она, безусловно, соответствует форме тела окуня. В целом я бы назвал этот балансир неким середнячком, который имеет весьма узкую специализацию. Но приманка работает, приманка ловит, так что Балтику быть. Всем спасибо за внимание. Если вам было полезно это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем счастливо!